Всем-всем-всем привет, ребята! С вами я, The Green Panda! И сейчас я вам покажу, как скачивать разные карты с разными постройками в Майнкрафт. Все, что нам для этого понадобится, это сама карта, которую обычно блогеры оставляют в описании. И как бы, ну, понимаете, да? Это лаунчер. Ну, это просто другой лаунчер Майнкрафта. Именно лаунчер. Заходим, значит, в лаунчер, да. И ищем тут пап. И я играю на Т-лаунчере. Наверное, самый распространенный лаунчер. И, ну, даже если у вас какой-то другой, то я уверен, что у вас должна быть вот такая вот иконочка. Я даже не знаю. Я поначалу подумала, что это садится самолет, но на самом деле это папка. Нажимаем на эту иконочку, у нас появляется вот такая папка, где сверху должна быть написана точка Майнкрафт. В этой папке мы ищем, получается, такую папочку Saves. Можно ее заходить, можно не заходить. Давайте для начала я просто зайду в Майнкрафт, войти в игру. Я буду устанавливать Iron Titan, ну, железная ферма, большая очень. Я думаю, многие из вас знают. Заходим в Майнкрафт без стопа. Я вообще не монтирую видео зачем-то. Сейчас я вам покажу то, что у меня нету этого Iron Farm. Так, ждем. Получается, окончание загрузки, скажем так. Заходим в одиночную игру. Так, погодите, извините. У меня тут что-то вылетело. Значит, и мы можем заметить то, что Iron Farm, Iron Titan до сих пор здесь. И никакого Iron Farm'а нету. Да? Он у меня как бы был, но я его удалил. Перед, как бы, загрузкой. У нас ничего нету. Угу. Все, нет ничего. Мы нажимаем на крестик, чтобы все было честно. И в папочку Save запихиваем вот это вот Iron Titan. Для начала я вам покажу то, что это реальное это. И вот если мы туда зайдем и жмакнем сюда, тут должно быть все именно так. Видите, да? Именно так. Именно так. Никак по-другому. Вот туда, 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 туда. Берем, пихаем это в сейвз. Вернее, для начала мы это открываем. И в сейвз пихаем именно вот это. Это важно. Запихиваем. Готово. Теперь закрываем, входим в The Launcher, нажимаем «Войти в игру», ждем, ну, как бы ждем, ждем входа в игру. Это будет, мы будем долго ждать, да. Очень долго ждать. Готовы, зашли. Нажимаем на одиночную игру. И ищем это и это. Она не всегда появляется в самом начале. Давайте ищем, 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 ищем. Так. Я до сих пор этого почему-то не вижу. Оно обычно бывает в самом конце. И да, это действительно так, Iron Farm. Давайте мы зайдем сюда. И я вам покажу, что все действительно работает. И если мы сюда заходим, то тут нас встречает, конечно же, табличка. Все исправно, то есть железо будет. Ну, если вы все-таки решите это. Вот, видите, железо идет. Железо плавится. Если вы все-таки захотите именно эту ферму создать, ну, не знаю. Блин, чтобы вы мне верили. Чтобы вы мне верили. Ганимоди 1. Я вам приложу, как бы, эту карту в описании. А, нет, стоп, не смогу. Извините. И, как бы, тут действительно все работает. Мы видим, тут железо, тут это. То есть, все карты скачанные работают исправно. У меня куча карт скачанных. Чтобы вам было поинтереснее, я вам покажу еще парочку. Например, у меня скачано, получается... У меня скачано...
Сейчас покажу. У меня Карьер Сити скачан. Давайте зайдем туда. Ну, не Карьер Сити, я просто так называю. Потому что я слишком хорошо знаю английский. Заходим. И как бы мы тут оказались в таком городе. Как вы понимаете, я его не смог бы один построить. Да и даже вместе с кем-то я бы его не смог построить. Вот, но я что в режиме наблюдателя, ну, впрочем, это не самое важное. И это даже не русский построил, это кто-то построил, я не знаю, кто это построил. Так, ну, выходим. Могу, давайте покажу, так, чисто еще одну карту. Допустим, еще у меня скачано... Еще у меня скачано Куб Контроль. И паркур Парадиз. Потом у меня скачано Military Base. У меня вот это вот скачано. У меня вот это вот скачано. У меня вот это скачано. Вот это скачано. Вот это скачано. Вот это. Вот эту я онфайне скачал. Потом Skyblock я скачал. Room. Я скачал Conex Redux. Я скачал World. Вот это вот была моя самая-самая первая тестировщик. То есть, видите, я очень много скачал. Это вот самая первая моя карта, которую я скачал. Да. Ну, это Clash Royale. Вы уже, наверное, поняли. Я тут это построил снеговичков и типа королей. Ну, типа, что все весело было. По-моему, тут я не построил. А, нет, построил, смотрите. Ну, собственно говоря, вы видите, да. Ну, то есть, это как бы доказательство тому, то, что все работает, и все, что теперь я могу вам сказать, это, ну, для начала я выведу свою программу на экран, да, если хотите, я могу записать по ней видео, вот зачем я это сделаю. С вами был я, The Green Panda, поставь, пожалуйста, лайк, потому что я стараюсь над видео, и как бы... Давай, ставь лайк, я жду, подписаться еще можно, давай. Если не понравился канал, то можешь посмотреть мои другие видео, я уверен, одно из видео тебя, возможно, заинтересует, может нет, я не знаю, это твое личное мнение, и поэтому давай, можешь, в принципе, не подписываться, мне не так уж и важно. Вот, и, собственно говоря, всем пока, ребята!